А накануне 9 мая Совет ветеранов Искитимского района совместно с районным центром развития культуры организовали мероприятие «Эта память листает страницы». Музыкально-поэтическая гостиная здесь впервые прошла с таким составом участников. По состоянию здоровья ветераны Великой Отечественной войны уже не смогли приехать в районный дом культуры. Сегодня здесь труженики тыла, блокадники Ленинграда, дети войны, репрессированные. Все, кто перенес тяготы военного легколетия. Они делятся воспоминаниями, рассказывают о своих родных. Галина Москвина поведала о своем отце. Участвовал в снятии блокады Ленинграда, получил там тяжелейшие ранения. Больше чем полгода лежал в госпитале. Затем снова фронт. И домой он вернулся осенью 47-го года. Для многих из них война – это не кадры из фильмов и страницы книг. Это их жизнь, и слезы порою трудно сдержать. Главное пожелание сегодня – это здоровье всем причастным к нашей общей истории и мирного неба над головой. Надо просто только помнить, что мир – это прежде всего наша с вами жизнь, спокойная. Пусть не всегда радостная, трудностей у всех всегда хватает. Но это мир. И не дай Бог нам пережить то, что пережили наши отцы, наши дедушки, наши старшие братья и сестры. Тематическую концертную программу подготовил коллектив Тальменского досугового центра. Начало войны, тяжелая жизнь в тылу, минуты отдыха между боями на передовой и долгожданная победа. Театрализованная постановка пришлась зрителям по душе.